Дима! Ага. Здорово! Здравствуйте! А вы профессионально занимаетесь, да? А? Вы как любитель, да? Я мастер спорта международного класса. А, все понятно. Лада? Да. Серьезно? Слушайте, вообще не знала, что он так умеет ездить вообще. Мы, значит, ехали. Я хотела посмотреть, сколько там скорость. Она говорит, скорости не видно. А я смотрю, дорога заканчивается. Все, мы уже вот так вот в поворот. Руль туда. Я думаю, как посмотреть, как он рулит, когда там дорога. А мы сейчас сквозь сугроб едем. Мне кажется, чуть потрясываются руки. Было прикольно, но мне чуть страшновато, потому что я не очень люблю такие маневры, когда на дорогах. Но этим людям можно довериться, поэтому мне понравилось. У нас пока есть перерывчик небольшой, нас пригласили на такое мероприятие. Это здорово, что есть возможность выбраться на свежий воздух и получить такой небольшой адреналин. Да, мне понравилось, очень круто. Придется сдавать на права. Да. Вы всегда можете найти свою вторую половинку на матчах «Динамо-Казань».